Друзья, всем привет! У нас сегодня будет огромная закупка. Мы приехали в Ленту. Смотрите дальше. Мы закупились. Это просто жесть. Это еще не все. Сейчас будем упаковывать. Мы пришли из магазина. В общем, сейчас буду показывать, что мы купили на день рождения. Так, один пакет там вино. Я его не буду доставать. Аня, я его буду доставать. Мы его будем охлаждать. Вино вот такое мое любимое взяли. Попил. Так. Здесь шампанское. Шампанское вот такое. Мы в Ленте будем. Давай вниз сразу его. Рыба. Все, буду в отдельном видео показывать, что будет за закуски. Сыр. Еще рыба. Здесь. Салат для Цезаря. Помидоры черри. Сейчас Зай будет пока... А, нет, ты не будешь убрать, нам надо вводить в холодильник. Творожный сыр. Сводить в холодильник надо. Это под мясо. Приправа для мяса. Много сыра. Вот такой сливочный сыр, очень вкусный в Ленте. Конфеты. Еще творожный сыр. Хлеб. Это все на дачу. Для нарезки карбонад. Мидии в чесночном соусе. А, нет, с чесноком, масле. Еще приправа. Крабовые палочки для салата. Буду очень интересный салат делать. Всем привет. Именинник. Последние часики ему 27. Так. Заранее я выложу видео, когда ему уже исполнится 28. Так что он вам заранее говорит спасибо. Ты как бы должен сказать. Всегда тебя поздравляют. Всем спасибо за поздравление. Вот такую штучку взяли первый раз. Это деревенский... Зельц, если я правильно прочитала. Так, это мне нужно тоже будет колбаска. И еще один сыр гауда для нарезки. Зая воду на заднем плане разливает. Ай, а зачем я это взяла-то в бутылке? Тебе держать надо, ты сейчас все прольешь. Сейчас я вернусь к вам. Все, я к вам вернулась. Есть еще много пакетов. Тарталетки большие. О, треснутые. Песочные. Тарталетки песочные. Маленькие тарталетки. Еще. Так, это сейчас поесть. Чипсы тоже сейчас поесть. Масло для бутербродов. Правда, мы не купили икры, она везде по 700 рублей. Зай, это кто? А, муха, понятно. Кириешки, это я не брала. В спаре взяли вот такие соусы. Один шашлычный, где, знаете, майонез с укропом. И чесночный. Кстати, такое чувство, что они одинаковые. Похоже просто. И чесночный. Просто в один чеснока, наверное, добавили. Для Цезаря сухарики. Рыжик, ты опомнился? Холодец. Грудка для Цезаря. Следующий пакет. Светофор. Так, ватные палочки в светофоре взяли. Блин, здесь уже меня сейчас не видно будет. Контейнер банки за 130 рублей. Это для закуски, чтобы довезти их до дачи. Ты руки помыл? Да. Фу, слишком соленая. Слишком. Диски ватные. Конфеты. Конфеты. Птичье молоко. Это светофор. Вот такие конфеты. И вот такие конфеты. Это у нас пятерочка. Лаваш.
Мы где только не побывали. Колбаса, там была 1+1, взяли 2, как раз на бутерброды. Пипец, меня уже не видно, наверное, сейчас будет. Еще колбаса на нарезку. Грудинка такая вот. Не знаю, вкусная, нет? Говорят, вкусная. Блин, зап... ладно. Тут еще мясо, шейка. Мы не доставали его. Мы ее сейчас заморозим. Завтра будем размораживать. Надо его замораживать. Завтра разморозим, да. Я завтра буду уже его делать. Ну, вечером тоже. Ну, я не буду, надо его замораживать. Ни в коем случае. Давай, подай мне еще пакеты. У нас оно просто сейчас в холодильнике на месяц никак, да? Вместе с ней. Мне подать надо было, пожалуйста. Ой, блин. Грибы. Я не знаю, куда ты скласть. Конфеты. Буду на пол класть. Конфеты. Еще конфеты. Это я домой взяла. Мне кажется, нас просто засохнут конфеты. Помидора. Это ему на работу конфеты, да. Если кто будет спрашивать, то подумайте, что это мы все съедим. Хлеб. Так, положи на машинку стиральную хлеб. Еще конфеты. И еще конфеты. У него просто там, ну я не знаю, пусть сам это. Ну что ты не рассказываешь? У нас просто, у кого день рождения, все там приносят то тортик, то конфеты. Я решил конфеты принести. Ну это... На всех просто. На бригаду, не на одну бригаду. Не на одну, на три бригады, 4 или 5. Ты мне говорил 5. 5. Полпятого, 3, 4, 6, да? Ну, 5. 5? 5. Укроп. Еще грибы для закуски надо будет, грибы. Лук. Ватные... Ой. Все, сейчас, похоже, выключится. Ватные палочки, хотела сказать. И чай вот такой вот ленте взяли. Я не знаю, куда класть так, чтобы у меня было видно. Так, здесь у нас а-ля лосось и селедка. Убери сразу в холодильник, мне уже некуда класть. Надо подъедем. Это Сережа подмышем мылить. Огурцы. Буду класть на пол, потому что уже некуда. Перец. Тоже на пол. Здесь еще картошка и это мне нужно для закуски будет банка. Главное мне сейчас не уронить. Ну, конечно, да. Так, и здесь картошка. Я буду положить туда, где это. Все равно сейчас буду там разбираться. Дальше лук, много-много лука. Зай, помоги. Банка. На, помоги. Креветки это тоже. Ой, они текут. На закуски надо. Сейчас я их вот так заморожу. Майонез. Это у нас для закуски. Чай ему на работу. Так, а тебе надо сегодня все приготовить. Сейчас приготовим, вперед. Пашки, которые все вылетели и промокли. Фу, чем теперь пахнет. Шпажки. Кладу вот сюда. Да, надо было вас выше ставить, а то уже не видно. Лук. Жесть. Кейс, на, убери креветки, они текут. Все в пакете? Да, они сейчас тогда высечут. И хлеб. Хлеб, куда положить хлеб? Все, нет? Нет. Вот такой контейнер под мясо. Меня, наверное, уже не видно. Он идет с крышкой, это мы в ленте брали. И вот так завтра, давай. Послезавтра мясо повезем. Его надо будет намыть. Так, и здесь пиво. Ну и все. И 2 коробки конфет тоже на работу. Вот такая у нас сегодня закупка получилась на 12 000 рублей. Так что будем готовить, покажу вам в отдельном видео. Завтра уже будет день рождения. Все, пока-пока.